Я призываю всех сказать свое «да» за будущее, за победу, за Россию. Я горжусь республикой, я горжусь нашим народом, и мы идем на референдум. Люди хотят, чтобы быстрее прошел референдум, чтобы Россия наконец-то в разделении людей услышала и приняла правильное решение, которое здесь ждут 8 лет. Сегодня начался первый день референдума о вступлении нашей республики в Российскую Федерацию. Люди уже идут на участки, мы идем домой. Мы возрождаемся, мы объединяемся, мы становимся сильными, мы становимся мудрыми, и мне кажется, в этом, конечно, есть свое значение, великое значение. Россия – это будущее! Участвуй в референдуме! Вот эти дни, напряженные дни, когда у нас в республике идет голосование, наш центр досуговый работает. Я очень рада, что прошел референдум, и мы вернемся домой. Молодежь Луганской Народной Республики. Создаем будущее своими руками. Голосование идет очень активно, практически, ну, подавляющее большинство, это, наверное, неправильно сказано, там где-то, понимаю, приближается к 100% количество тех людей, которые голосуют за вхождение в состав Российской Федерации. Важны, работало почти 1000 человек круглосуточно. Все понимали чувство ответственности, насколько это важно оказать качественную медицинскую помощь всем жителям Луганска. Задача выполнена. Спасибо. Мы открываем реставрированный мемориальный комплекс «Непокоренные». Это очень важное и значимое событие для жителей Луганской Народной Республики, для всей Российской Федерации. Поэтому важно чтить и помнить эту память и сохранять такие исторические места как можно дольше и никогда не забывать об этом. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу – это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу
своей республики и своей земли. Это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию – это про справедливость. Большинство, а почти что единогласное большинство жителей Луганской Народной Республики хотят, чтобы референдум быстрее прошел, хотят прийти, проголосовать и уже войти в состав Российской Федерации для того, чтобы дальше мирно и счастливо жить в составе огромной нашей прекрасной России. Все радостные, мы с нетерпением, так же как и местные жители, ждем итогов референдума, ждем, когда избирательная комиссия уже все это подсчитает как можно быстрее, ждем официальных заявлений и непосредственно вот этого уже понимания, что все, мы одна страна. В 16.00, 27 сентября, референдум закончен. Ведется подсчет голосов. Мы в России. Референдум состоялся. Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события. Я вас поздравляю. Несмотря на те трудности, которые нам пришлось преодолеть, сегодня мы с вами открываем новую страницу истории Луганской Народной Республики. Дорогие друзья, да здравствует Луганская Народная Республика в составе Российской Федерации! Да здравствует Россия!